keep us. О, нет! Нет! Торговый автомат сломан! Что делать? Что нам делать? О, кто-то идет! О, нет, это усатик! Мне нужна батарейка для игрушки. Где мне ее купить, а? Это торговый автомат. Я возьму батарейку. Ему нужна батарейка. Что же делать? Я понял. Я получил батарейку. Я чуть не попался. Нет! Рудольф? Пожалуйста, не подходи сюда! Не подходи! Это торговый автомат. Я хочу купить газировки. О нет, тут нет газировки. Что происходит? Почему так долго? У меня идея. О, да! Я такой умный! Куплю что-нибудь еще. Он хочет купить еще? Что бы он ни выбрал, я найду выход. Хочу взять яблоко. Кто-то откусил от этого яблока. Что происходит? О нет. У меня идея. Это новое яблоко. Да, автомат самостоятельно меняет продукты. Миу-миу, иди-ка сюда. Посмотри на волшебный торговый автомат. Волшебный торговый автомат? Правда? Можно его проверить? О, нет, Миу-миу очень умная. Как мне не попасться? Я буду лимонный сок. Лимонный сок? Где тут лимонный сок? Попробуй вот это. Нет, это не лимонный сок. Ого, он и правда меняет товары. Ого, видишь, я же говорил. Нет, это не то. Ладно, не надо лимонного сока, я буду молоко. Молоко? Придумал!
О, пожалуйста, заработай. Кики, выходи. Я знаю, что это ты. Миу-миу, я сломал торговый автомат. Правда? Но он не сломан. Он не включен. Торговый автомат Бэйби Бас. О, это правда? Дайте попробовать. Рудольф, почему ты снаружи? Мой папа слишком строг со мной в последнее время. Я совсем не хочу идти домой. Ну почему? Ты же хороший мальчик. Не волнуйся, я тебе помогу. Как? Давай сначала зайдем в дом. А? Если возникнет проблема, я ее решу. Овощи, морковь, я их уже целый месяц ем. Терпеть не могу овощи. Не волнуйся, можешь отдать овощи мне. Тарелка. Кики, что ты любишь? Бери, что хочешь, не стесняйся. Рудольф, сначала овощи. Не привередничай. Мистер Фу, я очень люблю морковь. Можно мне еще? Видишь, Кики не привередничает. Хороший мальчик. Горькая дыня полезна. Вот, ешь, Рудольф. Ух ты, я и горькую дыню люблю. Ням. Ням-ням-ням. Папа, я поел. Можно пойти поиграть? Скорее пойдем во двор. Стойте! Рудольф, что нужно сделать после еды? Помыть посуду. Мой папа ненавидит меня. У меня есть идея. Пап.
Молодцы. Посуда вымыта. Теперь можно пойти погулять с Кики? Нет, нельзя. Сначала тебе нужно прочитать троисловие. Жэнь джи чу, синь бэнь чань, синь сань дынь. Бедный Рудольф, у тебя совсем нет времени на игры. О, у меня есть идея. Эй! Автомат с историями. Рудольф, давай сыграем в китайские шашки. Но мне надо прочитать книгу. Автомат с историями прочтет ее нам. Мы можем играть и слушать одновременно. Отличная мысль. Синь сань цзинь, си сянь юань. Да, похоже, я выигрываю. Ну сейчас я тебе покажу. Омлет на завтрак – это любимое блюдо Рудольфа. И хлеб с молоком перекусить. Рудольф будет так рад. Надо оставить ему записку. О, Кеки, что ты тут делаешь? Иди, посмотри на это. Дорогой Рудольф, я уезжаю на 3 дня по делам. Твой завтрак в холодильнике. Омлет на первый день. Салат с тунцом и овощами на второй. А на третий день... Надеюсь, что ты приобретешь хорошие привычки и научишься быть самостоятельным. Не слишком ли я строг с Рудольфом? Вдруг он ненавидит меня за это? Рудольф, твой папа тебя так любит. Папа! Папа, ты в порядке? Все хорошо. Папа в порядке. Я буду хорошим мальчиком и не подведу тебя. Кики, ты почему так долго? Ты сделал уроки? Кики! Держи. Позаботься об этом кролике. Мне нужно немного поспать. Мастер займется тобой попозже. О нет, я должен спасти кролика. Кики, на что ты смотришь? Кролика заперли в машине. Кролика? Папа, что? Помогите. Помогите? Она позвала на помощь. Давай-ка спасем ее. Хорошо, давай. Дай-ка я. Давай, ты сможешь. Мы должны придумать, как открыть дверь. Да. О, мистер Дэл помог. Хэнк, стой. Он не станет помогать. Почему? Это он запер кролика в машине. Что? Что же нам делать? Что же нам делать?
У меня идея! Па-па-па! Режу, режу я морковь! О, я же забыл ключи от машины! Ой, кто-то идет! Прячься! Скорее! Ой! Что такое? К счастью, ключ все еще на месте. Ключ? Следи за мистером Дао, я возьму ключ. Держись, кролик! Мы скоро спасем тебя! В чем дело? Что случилось? Это странно. Почему ключ все еще здесь? Здесь слишком шумно. Отпусти сейчас же! Не трогай! Смотри на меня! Противные мальчишки! Беги! Хэнк, отдай кролика мне! Хэнк, возьми кролика. Кролик. Так это что, игрушка? Мистер Дао, вот ваш кролик. Простите. А вот батарейка. А? Что это? Так много огромных следов. Это большой монстр. Рудольф? Кики, там монстр очень страшный. Не бойся. Там еще один. Прячемся. Мистер Дао? Там опасно, идите сюда. У меня нет на вас времени, я должен найти хозяина.
Мистер Дао, там монстр! Огромный монстр! У него огромное пузо, вот такое! И глаза так и сверкают! И у него большущие когти! И он ест людей! Он ест людей! Людей? Как хозяина мистера Дао? Эй! Хозяин! Бежим! Хозяин, я тебя спасу! Теперь можно нырять! Монстр! Прячь здесь! Как страшно! А ну-ка, стой! Мистер Дао! Придумал! Попался? А? В чем дело? Попробуй еще раз. Больше не сбежишь. Где мой хозяин? Осторожней! Спасите! Мистер Дао! Штурвал? Это хозяин! Мистер Дао! Мистер Дао, вы целы? Это не монстр! Это машина, которую изобрел мой хозяин! Что? Это все вы виноваты! Мы попали! В машине протечка! Нужно спасти хозяина! Я больше не могу! Да! Ух ты, здорово! Хозяин! Наконец-то клюет! Где я? О, как больно! Стекло треснуло? Нехорошо. Ого, Дао спас меня. Дао! Дао! Дао, ты вытащил меня из воды, да? Спасибо, я знал, что это ты. О,
Ух ты, куда идут эти муравьи? О, дом мистера Дау. Ух ты, вот это да! Что это? Ха, нравится? Это супер хитроумный... Что? Ничего. Попробуй-ка отгадать одну загадку. Да, да, какую, говорите. Что это за собака, которая не лает и не ест? Итак, видимо, ты не знаешь. Иди домой и подумай. О, я знаю! Хот-дог! Хот-дог! Бежим! Ух ты! Большой хот-дог! Выглядит аппетитно! Больно же! Быстрее, выключи робота-кулинара! Значит, это робот-кулинар? Он классный! Вот и нет! Выключи его! Хорошо, хорошо! А я хотел попросить желе. Желе. О, нет! Мы пропали! Даже не пытайся! Бесполезно! А что же нам делать? Нужно отключить питание. Но... Я помогу. Я все съем. Какая гадость. Моя очередь. Рука двигается. Быстрее, сними с меня сыр. Сыр. Эй, я хочу записать послание. Отошли его моим друзьям. Спасибо. Робот-кулинар мистера Дао. Я еще не закончил. Как же жарко! Кики! Мы здесь! Здорово! Вы спасете нас! Наконец-то! Что? Ух ты! Робот-кулинар! Хочу пончики! Хочу мармелад! И мармелад! Пончики! Мороженое! Сахарная ваза! Сахарная ваза! Пончики! Мороженое! Хочу! Эй, осторожнее! Совсем невкусно! Я хочу сахарную вазу! Нет! Кики, помоги! Мяу-мяу! Кики! Нужно его выключить. Застряли в еде. Что же делать? Муравьи! Кики! 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 Кусай!
Носик! Щекотно! Кики! Все выбрались! Нас спасли муравьи! Здорово! Спасибо, муравьи! Спасибо! А где мистер Дао? Почему нет покупателей? Миу-миу, Рудольф и Усатик хотят купить игрушки. Правда? Добро пожаловать! Не проходите мимо! В моей новой лавке вы найдете игрушки на любой вкус! О, новая лавка игрушек? Дайте посмотреть! Ух ты, сколько игрушек! Заходите ко мне! Бесплатные конфеты для всех клиентов! Конфеты, мои любимые конфеты! Дай мне! Не уходи! Купите у нас игрушку Рудольфу. У нас есть игрушки для всей семьи. Для всей семьи? Дайте-ка посмотреть. Рудольф, что тебе нравится? Я тоже умею громко кричать. Придумал. Миу-миу, дай мне, пожалуйста, телефон и фонарик. Вот, держи. Та-дам! С этим микрофоном я смогу говорить громче Хэнка. Ура! Здорово! Внимание, внимание! Приглашаем поиграть с игрушками бесплатно, а? Поиграть бесплатно? Нет, нет, не уходите, не уходите! Ух ты, сколько игрушек! Что? Переманивать клиентов? Ну уж нет! Смотрите все! Представляю лучшую в мире головоломку! Головоломка! Смотри, что у нас есть! Самые лучшие. Ага, придумал. Давай удивим их всех. Ух ты! Покажи, как будто играть!
это такое? Это супер-пупер виртуальный проектор. Встаньте в очередь, чтобы купить игрушки. Мне не нужны игрушки. Я хочу микрофон. Я хочу колонку. Я хочу проектор. Что? Никому не нужны игрушки? Можете взять все мои игрушки. Только отдайте проекты. Как жарко. Что? $10? Кто их потерял? Странно. Почему цифра 10 не в том месте? Это фальшивые деньги! Нужно отнести их в банк. Сначала куплю воду. Здравствуйте! Бутылку воды, пожалуйста. Держите. Вот сдача. Эти деньги, они... В чем дело? Те, что я вам дал. Что? За использование фальшивых денег будет штраф. 10-кратный. О нет, что же делать? Что же делать? О нет, мне нужно найти способ вернуть эти деньги. Алло? Что? Доставить прямо сейчас? Но грузовик еще не приехал. Это очень далеко. Я не могу приехать. Ага. Я могу помочь вам с доставкой. Ты? Да. Вот две купюры в $5. Можете мне вернуть 10? Без проблем. Но это правда далеко. Ничего. Я справлюсь. Я все доставил. Вот деньги от покупателя. А вот две купюры в $5. Держи свои $10. Но это не те, что я вам давал. Можете дать другие? Сэр, ваши заказы можете заносить. Но их так много. Ты можешь занести их внутрь? Я заплачу тебе. Простите, но я всего лишь водитель. Заплатите? Я могу это сделать. За $10. Ты? Не верите? Я смогу. Отойдите, пожалуйста. Ладно. Ух ты! Ну, ты даешь. Зайди внутрь, отдохни. Кондиционер сломан. Встань под вентилятор. Вот деньги. Спасибо. Ура! Это тоже не те. Кондиционер. У меня есть идея. Вы сказали, кондиционер сломан? Да, а что?
Ты можешь его починить? Нет. Но я могу охладить вас так же, как кондиционер. Правда? Ага. Вы сможете дать мне другую купюру в $10 взамен этой? А есть разница? Ну, хорошо, обещаю. А, ура! Ага! О, и правда прохладно. А? Где моя купюра? А? Где же я ее обронил? Никак не могу ее найти. А? Как жарко. Надо попить воды. А теперь пора меняться купюрами. Ладно. Тогда выбирай сам. Бутылку содовой, пожалуйста. Держите. Вот ваша сдача. Какая-то странная купюра. А? О! О, это мои деньги! А? А? Да что это с тобой? Это было очень грубо. Что же делать? Я хочу эту купюру! Нет, я ведь ее отдал уже этой даме. Простите, все в порядке? Это фальшивые деньги! Этого не может быть. У меня в лавке нет фальшивых денег. Это деньги, которыми я расплатился за воду. Почему цифра 10 не в том месте? Откуда у тебя фальшивка? Я нашел их на улице. Я хотел отнести их в банк. Не ври. Пошли в полицию. Я не вру. Извините, можно мне взглянуть на эту купюру? А кто вы? Я коллекционер, и я только что потерял свою бракованную купюру. Бракованную купюру? Да. Как на картинке. Она бракованная, поэтому очень редкая. Они одинаковые. Да! Наконец-то я ее нашел. Так это вы потеряли деньги? Да. Я могу их забрать? Конечно! Ты был прав. Малыш, прости, что не поверил тебе. Ничего. Извините, пожалуйста. Вот ваша сдача. Спасибо тебе, приятель. Я так рад, что нашел свою купюру. По такому случаю всем по мороженому. Да! Да! Как же трудно быть продавцом. Я за все утро ничего не продал. А? Ресторан мистера Фу? Поем-ка я для начала. На данный момент ничья 1-1. Следующий раунд. Кулинарный конкурс. А, это же Мил-Мил. Прекрасно. Надеюсь, что она победит. Судья, у меня печка сломана. Ой, нет. Смотрите, у меня торт сгорел. Придется найти иной способ. Или победить Хэнк. Мил-Мил, я тебе помогу. Это волшебная печка. Она печет все за 3 секунды. И все получается вкусно. Пальчики оближешь. Но я не знаю, как ею пользоваться. Я тебе покажу. Та-да! Вкуснющая воздушная сахарная вата с пылу с жару! О, ух ты, как вкусно! Поставим этот сгоревший торт на 3 секунды в печку. 3, 2, 1.
Та-да! О, да это волшебная печка! После этого раунда счет 2-1 в пользу Миу-Миу. Да, ура! А теперь жарим во фритюре. Хэнк раскашлялся из-за кухонных ароматов. А как дела у Миу-Миу? Из-за этого дыма дышать невозможно. Посмотрите на это! Это волшебная сковородка. Она жарит сама и без дыма. Еда из нее не вываливается. И из маленького количества ингредиентов получается огромное блюдо. А, пахнет вкусно! Какая удивительная сковорода! Миу-Миу получает очко! А еще у меня есть волшебная кастрюля! А это что за удивительные кухонные принадлежности? Это моя волшебная кастрюля. Она варит суп за 3 секунды и сама его разливает. Ага, как вкусно пахнет. Мне большую миску. Мистер Фух, прошу вас, отведайте моего супа. Великолепно. У меня как раз есть очень глубокая миска. Как же вкусно! Очень вкусно! Еще одно очко Миу-Миу! Общий счет 4-1 в пользу Миу-Миу! У нас уже есть торт, овощи и суп! Ну, теперь я приготовлю свежевыжатый сок! Нет, неправильно! Выход должен быть внизу, а вход сверху. Ты права. Нужно собрать заново. Но у нас совсем нет времени. Ну и ладно. Сделаем фруктовый салат. Волшебная соковыжималка делает сок из фруктов. Но если она собрана наоборот, то сумеет сделать фрукты из сока. А так можно? Конечно! Мистер Фу, не дадите мне мультифруктовый сок? Та-дам! Что ж, теперь счет 5-1. Чудесно! Итак, объявляю сегодняшнего победителя. Это... Протестую! Миу-Миу даже не готовила! Готовил Кики, а он не участник конкурса и не может победить! Хэнк абсолютно прав. Кики не участник и победить он не может. Миу-Миу, прости. Я хотел помочь, но только все испортил. Ничего страшного, пусть я не победила, но мне так понравились твои необычные вещи для кухни, что я хочу правда? Их купить. Ты мой первый покупатель. Я бы тоже хотел купить набор для ресторана. Стойте-ка, и я. А теперь, внимание, я покупаю то, что осталось у Кики. Я все продал, ура!